Всем привет! Пенсионный фонд России спрогнозировал повышение страховых пенсий почти до 16,5 тысяч рублей. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас расскажу все в подробностях. Страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличится в следующем году до размера 16 400 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Пенсионного фонда России Антона Дроздова. При этом в 2022 году этот показатель может увеличиться до 18 300 рублей. Сейчас размер страховой пенсии для неработающего пенсионера составляет 15 400 рублей. Глава фонда отметил, что по законодательству индексация таких выплат заложена на уровне 6,6% в 2020 году, в 2021 году 6,3%, в 2022 году 5,9%. Также, по словам Дроздова, индексация прожиточного минимума у пенсионеров составит 7% в 2020 году, 2,6% и 3,1% в 2021 и 2022 году соответственно. Сейчас размер социальной пенсии составляет 9 764 рубля. После увеличения эта сумма поднимется до 10 320 рублей, что станет на 5% больше, чем прожиточный минимум пенсионера. Такая индексация затронет 15 миллионов человек и потребует 423 миллиарда рублей. А на этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!